ароматы весны. Я сейчас очень-очень быстро постараюсь рассказать вам свою концепцию ароматов весны и показать то, что мне кажется наиболее интересным и соответствующим сезону, времени, года и так далее. Самый весенний из весенних – это премьер-жур от Нины Риччи. Для того, чтобы стать моим ароматным я думаю, он достаточно прост. А вообще это вот такой вот, это настоящее. То есть это настоящая Нина Риччи, которую я, кстати, купила на Ермаге. Вот, пожалуйста, тут вам и коды, и вообще все как надо. И тут вообще нет вопросов об этом аромате. То есть все прекрасно. Если вам интересно, я напишу справа пирамидку, а вы уже там можете на фрагрантике посмотреть, что это за аромат, как и для чего, и вообще, и почему, и сравнить, что чувствуют другие. А вот тоже у меня брит-ритм, я покупала это прошлой весной. Аромат очень приятный. Они, кстати, похожи, все три. Вот Нина Риччи, брит-ритм и Parfum Intense от Dolce & Gabbana, они все вот вообще похожи. Это какая-то вообще такое ощущение, что какая-то единая группа, из которой вообще там они сделаны из чего-то вообще очень-очень-очень похожего и одинакового. Из интересного вот такой аромат я купила. Он цитрусовый в начале, очень красивая база. Это российский производитель, сам аромат стоит очень недорого, порядка 250-300, где-то так, 270. Ну, то есть, вот кто любит цитрусовое начало и такую красивую базу, ну, это здесь не написано, здесь написано, что это парфюм-эксклюзив, не указана концентрация. Но я думаю, что это все-таки туалетная вода, потому что он недостаточно стойкий. И недостаточно красивые, обещают потрясающие, совершенно красивые березовые веники, когда потеплеет. Вот сейчас буду проверять, ждала теплого времени года очень сильно. А что у нас еще? У нас еще есть вот такой фейк из Китая. Аромат с черной смородиной. Не такой, что-то есть общее с Си, если честно, но именно потому, что черная смородина, но очень красивый, очень стойкий, я заказывала из Китая, они повторили флакон, но надпись, не знаю, композиция, я думаю, скорее всего, тоже та же самая, но совершенно другое название. Это не фейк Масаки Мацушима, Art Mosaic, я пользовала. Это аромат манго и жасмина. Говорят, что химический. Я не знаю. Я ела манго. Это прямо манго-манго. И плюс жасминовые ноты. Я не знаю, за счет чего он стойкий. Не особо помню пирамиду. Он мне просто нравится. Масаки Перис. Вот так выглядит настоящий флакон. Можете посмотреть вот здесь, вот это место, где пружинка, никакой пружинки нет. Трубочка очень тоненькая. Пузырей тоже мы не наблюдаем. Вот, кстати, код партии. И здесь какая-то на обороте такая пластиковая желтая штука. То есть вот он такой желтый, выглядит за счет этой штучки. Вообще классный, люблю. С прошлого лета он у меня в фаворитах, но как он звучит из ролика и как он звучит на самом деле, это две большие разницы. Это из Китая, закосик под Герлен. Очень красивый, называется вот так. То есть оставлена концепция Little Black Dress. 30 миллилитров, вряд ли я смогу повторить это так, как нужно, если я начну это читать, китайцы потом будут очень сильно смеяться.
Он очень приятный. Концентрация туалетная вода. Такое первая такая затестина, первая такая проба парфюмов с китайских сайтов. Совершенно меня не разочаровала эта тема. Очень нравится, очень классно для того, чтобы носить с собой в косметичке, потому что очень маленький и очень приятный. Что еще? Императрица, разумеется. Наша любимая императрица. Вот в таком флакончике. Уже один я приговорила, это второй. Обожаю как домашние парфюмы, парфюм такой, чтобы сбегать в магазин. Он летний, чисто и очень-очень юных, и для таких, кто хотел бы, не знаю, ощутить Нью-Йорк в себе и себя в Нью-Йорке. Вот так выглядит флакон. Он, у меня нет сомнений, что он настоящий. Вот такой. Очень красивый, очень мне нравится. Очень красивый и очень мне нравится. Но он такой вот именно весна, молодость, и в чистейшем виде он не секс. То есть есть те, кто боится и не любит этого слова. Это подарок Black de Opium и Saint Laurent. Интересно будет всем, наверное, узнать, что это за аромат. Он такой, кажется по рекламе, что он такой лютый, роковой, вечерний, какой-то кричащий. Нет, это просто милятина, нежнятина, очень-очень классный, он оставляет шлейф после себя, и мне он тоже как бы нравится. Я сейчас делаю такой быстрый-быстрый обзорчик. Вот винтажный флакончик Miss Dior Cherie. Вот такой вот он. Винтажный флакончик Miss Dior Cherie. Я покупала в Мажоре. Вот это я, кстати, покупала в универмаге в отделе Le Parfum. И вот такой вот у меня чудесный, потрясающий, любимый мною табако-ваниль Тома Форда. Он как-то ненавязчиво стал моим вторым. Я или даже первым. В общем, это концентрация de Parfum. В общем, что-то тут Made in USA. 50 мл. Обожаю. Обожаю и люблю. Ну, собственно, все. Это такой маленький отливантик из Coach. Больше, наверное, все-таки коуч – это зима, но сейчас еще иногда бывает холодно. Надеюсь, вам было полезно, интересно, и если есть какие-то вопросы, задавайте. Я уже хочу творчество. Мне уже надоел канал в том формате, в котором он есть сейчас. Я хочу это по-быстрому все прекратить. Мне надоело делать обзоры на фикс прайс. Я храню парфюмы вот в такой коробочке пластиковой. Кстати, из фикс-прайса. Вам будет смешно, но это так. Это мои ароматы весны. Они все легкие, классные, ненавязчивые, суперские. Обожаю. Вот, обожаю, обожаю, обожаю. Обожаю и люблю мои ароматы весны.